Итак, оценки за контрольную. Соколова 5. Настенька 5. Классно. Иванова 2. Как так? Я же весь день учила. Слушай, Настя, не говори, пожалуйста, моей маме, что я получила 2 за контрольную. Она меня прибьет. Навратете? Что ж я подумаю? Ну, девчат, как дела в школе? Ой, тетя, да ничего нового. Контрольная была. Да вы что? И на что написали? Я получила 5. Молодец. А моя непутевая дочь на что? Контрольная была. И на что написали? Я получила 5. Молодец. А моя непутевая дочь на что? Оля. Оля получила, кажется, 4. Ну что ж, молодцы. Пойду куплю вам что-нибудь вкусненькое. Слушай, Настя, спасибо, что ты меня не выдала маме. Ой, да пустяки. Просто теперь за тобой должок. Ну хорошо. Окей. Ты что делаешь? Краду деньги у твоей мамы. Что же еще? Но ведь так нельзя. Это же воровство. Ты что делаешь? Краду деньги у твоей мамы. Что же еще? Но ведь так нельзя. Это же воровство. О боже. Ты еще пойди и настучи на меня. Слушай, я подойду и отберу у тебя их. Ты забыла, что ты моя должница? Если я расскажу маме, что Настя ворует деньги, она расскажет, что у меня 2 за контрольную. Мам! Да? Настя крадет у тебя деньги. Тетя, мне нужны были просто срочно деньги, чтобы маме позвонить. Звонить маме, это, конечно, хорошо. Но, пожалуйста, больше не шарься в сумке без моего ведома. Хорошо, тетя. Давай, можешь отомстить мне и рассказать маме про контрольную. Я отомщу. Но попозже. А по щекам твоим слезы, это не моя вина. Примите красные розы, не убегая. Тетя, караул, кто ты там так орет с утра пораньше? Да это Ванечка, серенаду моя дочь поет. Что? Отличник Ванечка? Ну да, отличник Ванечка, ой, такой умный, родители при деньгах. Влюблен в мою дочь с детского садика. Влюблен, говоришь? Угу. А как она к этому относится? Да тоже его любит, просто выпендривается. Ой. Значит, здесь школьная любовь. Угу. О, Ванечка, привет! О, ты опоздала. Давай, заходи, пока она не пришла. Не-не-не, мама меня учила, что дамы вперед. Слушай, давай уже перестань, заходи. После тебя. Ладно, давай зайдем вместе. Ну хорошо. Ой, смотрите, они уже вместе заходят. Ну да, а чего здесь такого? А вы целовались? Ну вообще-то у нас не закончился конфетно-букетный период еще. Какой период, Ваня? Замолчи. Надо вас сфоткать и выложить в школьную группу. Вы так мило смотритесь. Улыбочку. Ну, Настя. А ну отдай мой айфон. Ну вообще-то твоя мама мне его дала. Ну вообще-то этот телефон купил мне бабуля, а не мама. И не ей распоряжаться, кому его дарить. Боже мой, ну попроси у Ванечки. Пускай он тебе купит новый телефон. У вас же шуры-муры. Замолчи. Ты так опозорил меня перед всем классом. Ванечка мне не парень. То есть тебе плевать на него? О, это ко мне. Привет, Оля. Это тебе. Ой, спасибо. Ну пойдем скорее в кино. Конечно пойдем, сейчас окульку только возьму. Скоро у меня будет 12-й iPhone.